Давайте приготовим очень вкусную курицу. Маринуем. У меня мята, соль, перец, специи для курицы. Мариную час-полтора. Разогреваем сливочное и растительное масло. Обжариваем курицу с двух сторон до золотистого цвета. В принципе, уже можно кушать. Выглядит очень аппетитно. Но сделаем соус. Обжариваем лук. Добавляем чеснок, грибы, соль, перец по вкусу, немного муки и сливки. Получается вот такой вот соус. Отправляем его в нашу курицу и даем немного потомиться. А подаем с любимым гарниром. Хотите картошку, хотите макароны. В любом случае это будет очень вкусно. Приятного аппетита!